Выездной городской день охраны труда прошел в областном центре на базе предприятия «Брестгазаппарат». Там собрались представители власти и предприятий Бреста, чтобы обсудить вопросы безопасности и сохранения жизни работников в условиях труда. Создание здоровых и безопасных условий труда работающих – приоритетная задача для предприятий. К сожалению, случаи травматизма на производстве по-прежнему имеют место. За 10 месяцев этого года их в Бресте зафиксировано 20. На два случая больше аналогичного прошлогоднего показателя. Потому напоминать о важности соблюдения нормативов охраны труда необходимо регулярно. Так выявляются потенциальные риски и проблемы, что позволяет принять меры по предупреждению производственного травматизма. Вопросы поднимались самые разные – от трудовой дисциплины до бытовых условий и важности спецодежды. Мелочей в деле сохранения здоровья и жизни работников нет. Здесь важно все. Гладкие полы, скользко, да, и требования обуви, которые сегодня должны быть у рабочего, да, они не соответствуют безопасности, поэтому это тоже как атрибут. И вообще в целом, знаете, надо отметить то, что любая охрана труда стартует с руководителя, с требования. С дисциплины технологической, еще раз повторюсь, с дисциплины трудовой, это своевременность уборки, захламленности и прочее, где это, так скажем, по производству происходит. Председатель Брестского горисполкома также обратил внимание на автоматику производства. Она должна быть исправна, поскольку жизнь человека – самая главная ценность. Городской день охраны труда не случайно прошел именно на Брестгазаппарате. Это предприятие уже на протяжении нескольких лет является лучшим в городе по охране труда. Потому в планах городской власти наладить взаимодействие предприятий и организаций перекрестным осмотром служб охраны труда. Одного предприятия с выездом на другой. Так сотрудники свежим взглядом смогут проанализировать текущую ситуацию и указать друг другу на возможные упущения в вопросах организации охраны труда.